Автомобильные дороги, дебаркадеры, музей судоходства и дорожки для прогулок горожан. Берега Ягорбы и Шексны сегодня в центре внимания. Город должен иметь цивилизованную набережную, считает мэр Юрий Кузин. Я от жителей Череповца слышу только жалобы на содержание и уборку этой части города. Поэтому задача городских властей – найти вариант организации набережной на всем протяжении от Ягорбского моста до Октябрьского и сделать это место привлекательным, в том числе и для активного отдыха горожан. Исторически сложилось так, что расположенный вместе слияние двух рек, Череповец до сих пор не имел цивилизованного выхода к воде. У нас есть возможность сделать вдоль набережной Ягорбы, ну, во-первых, дебаркатерным способом любые либо центры развлечения, кафе, и тогда появится возможность для того, чтобы город шагнул в сторону реки. Это и речные праздники, это и массовые гуляния. Для планирования благоустройства берегов Череповецких рек всю территорию поделили на 4 части. В первой, находящейся рядом с Ягорбским мостом, осталось только реконструировать пешеходную часть набережной. На очереди участок номер 2. Речь идет о том, чтобы вывести проезжую часть от Ягорбского моста до Липкой, то ввести ее дальше на Данилово и на территорию индустриального района. Тем самым мы решаем две задачи. Во-первых, заканчиваем проектное решение по проезжей части. И второе, мы уводим с Советского проспекта часть автомобильного транспорта с улицы Ленина до Соборной Горки и реализуем ту идею, когда мы хотели здесь организовать пешеходное пространство. В 2014 году, согласно планам мэрии, должно завершиться благоустройство второй части набережной. Территория Соборной Горки и пассажирского порта требует особого подхода, а благоустройство всей набережной индустриального района Череповца обойдется в круглую сумму. Ну, ориентировочная предварительно определена до 500 000 000 рублей. Естественно, это все будет и необходимо подтвердить сметными расчетами. Да, поэтому сумма может варьироваться и меняться. Значит, предварительно перед каждым годом, значит, мы будем актуализировать проектно-сметную документацию. Соответственно, на год, в текущем году, на следующий период будет определяться объем финансирования. Завершающим этапом строительства набережной станет отрезок вдоль берега Шексны от Соборной Горки до Октябрьского моста. И здесь запланировано устройство зон активного отдыха для людей. Здесь есть возможность связать этот участок набережной со спортивной зоной за Октябрьским мостом, проложить лыжные трассы, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки сделать. Уверен, что мы все, если грамотно спланируем, выделим необходимые ресурсы, в течение нескольких лет проект сможет реализовать. Благоустройство набережной в Череповце – одна из приоритетных задач для мэрии. Часть финансовых затрат планируется переложить на инвесторов. Первое – это интерактивный музей на Соборной Горке, организация. Второе – это по туристическому причалу переулок Красный для дальнейшей эксплуатации, что необходимо сделать. Третье – это организация зоны отдыха на набережной, то есть мы пройдем туда, все обговорим. Потом использование акватории реки Ягорбы. И пятый вопрос, который будет с мэрией города Череповца обсужден, это обустройство зоны отдыха остров Неверов-Бор. Благоустроенная набережная – проект перспективный, а значит интересный и для инвесторов, заинтересованных в организации здесь развлекательных центров, ресторанов и зонов тематического отдыха, и для жителей города, которые получат возможность выйти на берег реки безопасности для собственного здоровья. К 2016 году, согласно планам мэрии, вся набережная от Череповецкого пассажирского порта и до Октябрьского проспекта должна превратиться из заваленного мусором, полузатопленными бревнами и заросшего берега в благоустроенную набережную, куда можно будет прийти всей семьей, отдохнуть и хорошо провести время. Семен Манойлов, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец».